Чтобы настроить коммуникатор в качестве модема, убедитесь, что GPRS настроен правильно. Затем подключите устройство к компьютеру. На коммуникаторе перейдите по пунктам «Пуск», «Программы», «Менеджер телефона», «Общий интернет». Выберите тип подключения к ПК. В поле «Сетевой диск» выберите название вашего подключения GPRS. Нажмите на кнопку «Подключить». Если коммуникатор соединен с компьютером по Bluetooth-протоколу, то выполните аналогичные действия, только в поле «Подключение к ПК» выберите тип соединения Bluetooth.